Сейчас попробую провести небольшой эксперимент. Я проедусь по минским аптекам и пойму, где маски есть и антисептики, а где, собственно говоря, пока что их нету. Поехали! Приехала на улицу Козлова. Это будет первая аптека. Попробуем зайти и понять, есть ли там маски. Ребята, на Козлова маски есть. Поехали дальше. Я решила приехать в другой район для того, чтобы найти средства дезинфекции и маски в том числе. Здравствуйте, у вас маски есть? Да, есть. Дайте, пожалуйста, маски и антисептик. Есть у вас? Да, есть. Скажите, пожалуйста, а как часто завозят к вам маски? В последнее время каждый день идет привоз, но из-за ажиотажа люди очень быстро их покупают. Берут и по 10, и по 20, и по 30 штук. А поставки как-то изменились? Ну, в последнее время каждый день привозят. Нам по 500 штук как минимум привозят. Следующая аптека, в которую я приехала, находится в Октябрьском районе. Попробуем здесь найти средства защиты. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, маску? Одну. Что еще? Антисептик есть у вас? Да. А маленький есть? Да. А можно, пожалуйста, и маленький антисептик? Здесь также средства защиты найдены. Едем дальше. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, маски есть? Пока нет. Ну, у вас каждый день привоз, да, бывает? Ну, да. В этой аптеке все маски распроданы. Успеть купить можно завтра утром. Заглянем в соседнюю. Просто масок в аптеках достаточно? Они в данный момент у нас вот есть сейчас, числится 134 маски. Их подвозят периодически, то есть раз там в 2 дня, в 3 дня. То есть может вы попадете на момент, когда их не будет, но это максимум продлится пару часов. Их потому что привозят в большие аптеки, и нам они отгружают, как только они поступают. Маски, поставки идут регулярно, несколько раз в неделю они развозятся во все крупные аптеки, а нам уже крупные аптеки отгружают свои. А антисептик? С антисептиками хуже. Есть не спиртовые в достаточном количестве, это хлоргексидин, септомирин, мирамистин. Итак, друзья, я думаю, что уже можно подвести какой-то итог. Я объехала 5 аптек, 4 из них маски есть в наличии. В 5-ю, я думаю, что в ближайшее время все-таки довезут. Я купила себе многоразовую повязку, которую можно постирать и использовать повторно. Антисептик также нашла. И мне это не составило абсолютно никакого труда. Друзья, будьте здоровы, берегите себя и своих близких.